После службы собравшихся казаков и гостей праздника окропили святой водой. Галина Комарова этот праздник считает семейным. Отец, донской казак, дочку воспитывал строго. Да, я служила в армии, звание младшего сержанта, 4 года. А принимая активное участие вообще в хоре, 7 лет. И отец был заядлый гармонист, донской казак. У меня отец был с гармошкой и плясал, и пел. И танцевал, в общем, очень был веселый. Сердце жизни страницы сшивает. В храме свечи молиться зовут. Хаты мазанки в сумерках тают. Наши предки в легендах живут. Черноморские казаки высадились на Таманском полуострове 25 августа 1792 года под предводительством Савы Белого. По новому стилю историческое событие отмечают 7 сентября. Каждый год в этот день реестровые казаки и учащиеся казачьих классов собираются на берегу Таманского залива. Вспоминают подвиги предков. На этой земле и до высадки казаков жили люди, но именно с прибытием казаков на эту землю началось ее процветание, началось ее освоение. И самое, что не главное, это зарождаться наша самобытная национальная культура казачьего народа. Делу время, потихи час. Час потихи пролетел незаметно. Песни в исполнении кубанского казачьего хора подпевали все гости на празднике. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа регион.